город Караганда, продолжение улицы Гудермесской, ну, вернее, идем к началу, вот здесь 24 номер, там 27, и скоро мы выйдем на улицу Гоголя, на перекресток. И вот нигде нету деревянных штакетников, один металл, вот везде один металл. И вот вроде бы некоторые дома те же самые, да, но вот того, ну сколько деревьев тут спилили. Ну это ясени, да? Ну причем достаточно толстые такие. Да, вот, ну, это тоже вот добавляет нотку грусти, что вот, о, выкорчевали аж с корнем. Да, вот тут было дерево. А вот штакетник деревянный. Ну вот. 16-й дом. К началу. И там вот в начале, скорее всего, там не первый, второй дом. А первый, второй дом где-то на другой стороне. То есть вот такая вот улица. Запутанная. Я всегда этому вот удивлялся, потому что в Караганде много таких каких-то запутанных улиц. Или идет улица под одним названием, поворачивает в другую сторону, а вот это продолжение прямое, оно идет под другим названием. Ну, это как Ермекова, которая раньше была Дзержинского, а еще раньше, оказывается, была Горноштатная, да? И вот она идет, 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 и где Сучий хутор поворачивает направо, а дальше Сучий хутор продолжается уже под другим названием. Вот так же. Таких улиц много, поэтому ну, удивительно все это. Вот тоже деревянный стол, штакетник на этом куске нашелся. Ну, пятый вот. Гудермесская 5 написано. А вот это вот, вот это уже это Гоголя. Турфан, уйгурская кухня. И вот выход на улицу Гоголя. А вот там, где перекресток, там тоже Гудермесская, она вот сталкивается с Кувской. Там такое интересное место. Сразу четыре улицы сходятся в одну точку. Отсюда Гоголь идет слева, а Гудермесская справа, Кувская, а дальше проспект Республики начинается.